рассада ириса германского «Голубая гавань» хорошо сочетается с другими сортами этого растения, более пестрых или насыщенных оттенков. Бутоны у этого растения достаточно крупные, с нежными тонкими лепестками светло-синего цвета. Бородка по тону практически совпадает с основным цветом. Выпавшие семена приживаются и дают ростки только при наличии благоприятных условий для прорастания. Слегка гофрированные лепестки придают цветку ириса германского «Голубая гавань» дополнительный объем и очарование. Такие растения неплохо переносят морозные зимы и уже в конце весны радуют своим красивым цветением. Ирис германский «Голубая гавань» — это травянистый высотой 80-90 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Сорт относится к классу бордо-бирдов, бордюрные бородатые ирисы. Окраска стандартов светло-голубая, окраска фолов светло-голубая, окраска бородки белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 9-11 см. Ирис германский «Голубая гавань» создал Роберт Шрайнер. Годом создания растения считается 1954. Растение заслуженно завоевало следующие награды: Honorable Mention 1955. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.